Кухня ЖКХ. Подснежники – что-то красивое и нежное, когда речь идет о цветах. Но если это о машинах, то ассоциации совершенно иные. Их приходится обходить по сугробам, объезжать по встречной полосе – ничего приятного. А если они появились в вашем дворе? Что можно с ними сделать? Об этом сегодня наш разговор с генеральным директором управляющей компании «Актив Комфорт» Сергеем Торховым. Ведь вы помните, что именно управляющая организация отвечает за наши дворы. Давайте разделим эту проблему на две части. Когда во дворе мешают свои машины, машины своих жильцов, они пытаются разобраться сами с собой. Но когда в твоем дворе оставляют машины из соседнего дома, жильцам особенно обидно становится. Отсюда и возникают все эти шлагбаумы, огороды. Что мы здесь можем сделать? По номерам мы можем у участкового пробить собственника. По большей части занимается, конечно, управляющая компания этим делом. Находим собственника, если он в этом доме, хорошо. А если не нашелся? Может, он бросил машину в соседнем дворе или уехал в командировку там на всю зиму и так далее. Что делать? ГИБДД нам здесь помочь не может, потому что это дворовая территория. Администрация тоже. Их права в основном на муниципальную территорию распространяются. И здесь управляющая компания может это все только совместно с жильцами. Собрать собрание, поставить вопрос, проголосовать большинством голосов за определенное решение. Например, управляющей компании счет строчки содержания жилья, нанять эвакуатор и переставить этот подснежник в место, которое не мешает уборке снега. Можем собрать дополнительные деньги. Тоже на эвакуатор получается, раз нет других способов прополоть двор, если продолжать ботаническую терминологию. А вам приходилось когда-то договариваться с жильцами об эвакуации машин? Нет, до такого не доходило. Есть мешающие уборки машины, но пока они не настолько сильно мешают, чтобы уж вообще двор не прибрать. Но чаще, как я понимаю, стоят во дворах машины самих жильцов, да? Захотите эвакуировать, они все равно вернутся. Конечно, собственники безответственны. Лучше бы нашли где-то место, которое никому не мешает. А дворы у нас обычно забиты под завязку этими автомобилями. И половина из них действительно стоит всю зиму. Вроде бы это моя квартира, мой двор. Почему я не могу оставить ее здесь? Но ведь целую зиму она стоит тут с шапкой снега. Ну, мешает. Пусть подснежники будут только цветами, сообщающими нам о приближении весны, а не четырехколесными вестниками неуважения друг к другу. Ну а у нас в студии был генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. Кухня ЖКХ.